шок-контент. МТ выгнали из ЛКМ. За что? Скандал, интриги, расследование. Он теперь дружит с Диловым. Дрифтит борщом парно. Слышь, ты че у меня, телочка? Пел уже обожрал на колеса. Лавка гурмана банчит не только едой. А это, кстати, противозаконно или нет? Блин, вообще просто жесть. Друзья, привет! Это очередной летний блог. С вами Максим Тищенко. И я приехал в бокс. Хотел сказать к Лёхе, но к нам с Лёхой в бокс. Время 11 часов. Примерно похожая ситуация. Типа день до фестиваля. Посмотрим, что происходит. Такая гаражная ситуация. Как она легла-то. Как она легла-то. Здорово, Лёв. Тут опять воняет так, что уже... Слушай, ну как легла? Правая часть мне нравится. О! Не, по-моему, заебись вообще. Маленькая предыстория. В итоге Лёха вернул все почти в стоковое состояние. Рычаги и бла-бла-бла. И... Да, и я не знаю, зачем Саня нам делал кастомные рычаги на жопу, если на стоковых рычагах тачка просто ложится идеально. Зачем? Я не знаю. Не знаю зачем. Все, и упоры есть, ничего не ломает, ничего. Короче, все по красоте. Вообще, блядь, зэк. Правда, я ебался с этим, блядь. Потому что, блядь, ну, грубо говоря, штатные крепления все снесли для того, чтобы поставить кастом. И теперь мне надо было соединить кастом с этим самым, со штатной подвеской. И в итоге вот я там лютая парил. Лють. Слушай, ну нормально легла? Слушай, вот ну это вот чуть-чуть. Она может ниже лечь. Только но нужно досточки подложить. Маленький лайфхак. Если вы не можете добиться нужной фитухи, при заезде, при опускании, положите досточки. Потому ой, что я... лонжерона ниже. Я вижу, как она лежит там на защите. Да, она все, вообще просто. А еще мне не успели заклеить губу, хотя прошло... Сколько прошло с того момента? С того момента, как, братан, надо поклеить, да. В итоге мне поклеили только передний бампер. О, она мигает. Вот мы и спалились, короче. Гараж колхозников, блядь. Я никогда не думал, что я до этого дойду. Бля, ну это выглядит прикольно, реально. Она еще и сбоку. Не, давай на лазурный, короче, в цвет дисков. Нет. Ну да, есть похожее. Прикольно. Очень прикольно. Мне нравится. Пишите ваше мнение в комментарии, народ. Ну, выглядит, по-моему, просто бомбезно. Вообще тема, а можешь ее чуть приподнять? Она поярче будет или нет? Ну, удобно. Ну, типа, въездовое сделай. Фу! Просто не поспит, блядь! Это угар. Но что-то она тупит, да, по-моему, немножко? Такая, ну, нужно настроить. А, все, я понял. Подушки шумение, но все менее, она настраивает. Короче, блин, вообще просто жесть. Я думаю, это будет разрыв просто лютый шаблонов. Потому что еще кое-кто обещал сделать точно так же. И когда мы просто поедем кататься по городу, это будет просто нереально. Ну, согласитесь, по-моему, выглядит просто круто. Привет, 2000-е. Ладно, мне нравится. Все, я признаюсь, я колхозник. А глазки еще не работают, Лех? А? Глазки еще не работают? Нет, Макс, там надо разбирать вообще все фары с такого, чтобы нормально сделать. Надо. Я просто физически не успею. Да, ВК-феста?
Конечно, завтра надо помыть и все, и выставлять. Ну, я только сейчас увидел, что Леха уже переобул резину. Тоя, Прокси Спорт, Т1, по-моему, если я не путаю. И здесь вот такой вот нехилый домик вообще на морде получился. Ну, очень прикольно смотрится, в общем. Я доволен. На жопе не такой сильный, но... Не знаю. Но вот это уже прям стенд головного мозга. И это... А? Не, а ездовое, ну да, наверное. Надо ехать и чувствовать, будет она стучать или нет. Вообще, типа, парни еще ниже ездят. Ну, блин, можно, конечно, и да. Ниже настроить. Ну, морду пониже чуть еще опускать. Ну, типа так, да, хотя бы. Короче, лютая жесть вообще. А самый уродский пульт? Да хер ты так сделаешь. А для чего оно? А? Так. Нет, нужно типа, блядь, это пульт. Подожди. А, да ладно. А-а-а. Оно же типа в салоне установлено. Все, я понял. Тебе даже не отойти, не посмотри. Ну да. Ну, прикольненько, но пульт просто максимально убогий. Ну, на самом деле, надо поискать, может, можно что-то найти. Я думаю, что вообще можно с телефона сделать управление какое-то, да, стопудово. Но это нужно Wi-Fi этот, который здесь сдаёт. Здесь есть же вроде. Не. Да, по не. Музыке точно. Не, по музыке, да, а по вот этой светилке. Угу. Ну, такой какой-то вот сетапчик на 2017 год. Мне нравится. Осталось такое помыть и наклеек нафигачить. Ну, из такого, из визуального. И будет круто. Все, можно прикусить. Да, когда любишь Спарко. Притащил Лехе подарки. Ботинки Спарсо. И штаны Спарсо. Уф. Я давай меряй. Спортсмен. Ты теперь спортсмен. Вот этот вот человек не хочет ставить второй Джей. Отстань. Леха. Отстань. Нужен второй Джей в августе. В августе. Казин переносится на сентябрь. Вот звони Казину. Я позвоню, скажу. Серега, прости, но надо поставить второй Джей и надо разобрать вон ту вот зеленую херню. Поэтому... Серега. Блин, а Серега, а потом в сентябре вот эта вот тачка. И надо еще... А смысл? Короче, Серег, в следующем году пандем тебе то, что поставил. Слышишь, что? Ладно, шучу. Как? Оба. Охуенно. Твой размер мой. Теперь? Заебись. Бля, вообще охуенно. Слышишь, как его называется? А смысл тебе в августе, блин, второй Джей, если в сентябре она уедет на каркас? Че ты танцуешь? Ну ладно. То есть нахрен мы его купили? И нахрен мы запчастей к нему купили столько? В смысле? Мы ожидаем, когда кончится первый. Да я бы его продал вообще. Не хочу, чтобы он кончился. Я, конечно, могу его быстро кончить, но нет. Блин, какие же они офигенные. Все, так кайф. Удобно вообще. Ставь лайк на довольного Леху. Секси Леха. Перегнали. Я 60. А, сзади она выглядит такая... Как будто просто на ней давно не ездили, и она запачкалась. Такой типа, М5, Е60, ожидания и реальность. Ладно, ладно, восстановим. Немножко осталось. Кстати, что думаете, оставлять ее в таком же зеленом цвете? Или думать что-то новое? Та-да-та-да-та. Пару часов до того момента, когда уже нужно выставлять тачки на фест. Я вчера попросил Женю из DC-тюнинга, чтобы он забрал тачку 36-ю. И, ну, посмотрели там, что где. Если отклеилось, то подправить, чтобы тачка в идеальном состоянии была. Он доехал до ребят уже. Тут такой вот Bentley сочный, не знаю, это он в пленке. Или это он, у него такой цвет. Заводской пиздатый. Но мне прям очень нравится. А вы что думаете, пишите в комментарии. О, а вон мое ведро. Я его вижу уже. Сейчас найдем кого-нибудь тут.
Здорово, парни. Здорово. Че, как оно? Вас борщ укусил, что ли, всех? Ну, борщ укусил всех, что ли? Нет, в Инстаграме есть только. Че, все четко? Можно двигать? Уф, привет. Красота. А ты видел вообще? В смысле? После полос. Да. О, вообще. Кислота, бля. Главное, чтоб менты не выебали за это. А это, кстати, противозаконно или нет? Вообще, да. Да? Бля, что вы не сказали-то? Перед тем, как клеить. Ну ладно, я надеюсь, что... Включи свет, Жень. Мы вчера очень жестко угорали с неона на моей 46-й, который там теперь есть. Теперь немножко колхоза на этой машине. Что там за цвет? Медный? А там, типа, РГБшка, все цвета. Ли, я надеюсь, что меня за это не выебут. Ну-ка, Серёг, дай мне поверь. Вообще угар. Не, ну это же корч, я на нем не собираюсь ездить по городу. Ну, наверное. Так, ладно, надо двигать в САПа, забирать вторую. Не, все круто. Спасибо, парни. Я наконец-то нормальный оператор в работе. Можно не снимать себя на палку. Эй, йоу. Что это, блин? Что это, Леш? Да? Что это? Ну, видимо, когда боком валишь, кузов весь крутился, стянуло. Сказать, что я сейчас кайфую всеми фибрами души, и ничего не сказать. И полочки как новые, все отмылось, все по красоте. Женек подрабатывает на полставки оператором в МТ-крю. А, так мы еще в парк 300-летия не заезжали. Просто по красоте, стилем, подготовка полным ходом. Виндок, конечно, просто. Тут на самом деле все строго с организацией. Никого лишнего не пропустят. Так. А зона драйв туда, сюда. Здорово, Фел. А там нет никого, кроме нас. Пока что. Где проехать-то? Нам нужна идеально ровная поверхность, иначе мы не ляжем. Иначе мы не будем сгружать свою тачку. Здорово, бро. Здорово. Вот так все выглядит. Достаточно кайфово. Какие серьезные люди, максимально серьезные. Какие классные люди. Ты как, братан? Здорово, ты. Пиздец, мальчик. Ты такая загорелая. Отдыхала, что ли, где-то на море? Сразу видно, конечно. Кто с ней пил? Не ты ли разве? Все, забрались на площадку и пытаемся заехать.
на наше место. Все ретро-кар-шоу. Форд Маркет. Братан, это наша территория. До Сочи подкину, поехали, садись. Слышь, ты че у меня телочка? Слышь, это моя телочка, с ней в Сочи тусил. Слышь, это телочки империи, братан, ты не имеешь права. Мне тут недавно сказали, что я тоже в империи. В империи кого? В империи Мани. У Мани отдельная подпольная империя. И там, мне кажется, одни мужики. Маня, что за дела? А, слышь, у Мани там, знаешь, подпольная империя с блэкджеком и без... С черными нигерами. А, отсылка к Люля, к Люля из Раков. Что было между вами в Сочи, если в Мани уже появилась империя, в которой ты... Это тайна, покрытая Сочи. Дай-ка. Я теперь просто... Макс, ты в курсе, что ты приехал в белой футболке? Почему я стал розовый? Она вообще-то голубая. Это розовая или голубая футболка? Май. Это типа отсыл к платью. Прикол, к платью, да. Короче, ребят, я видел, что вы тусовались в Сочи. Да. И не только ты видел, что мы тусовались в Сочи. И не только мы. Мань, ты в курсе, что ты как бы по мнению всех этих хейтеров и всех, кто пишет комментарии, девушка Кабургина. Как бы, как ты посмела? Извинись. Слушай, нормально, ладно, а стоило мне приехать в Мираж Синема с Федей, короче говоря, все сказали, о, нифига, Маня с Федей, Леонид. Все, ушла, Леонид. И все, сразу этот ГТР на пневму, диски полки. Короче, Макс, извини, но она от тебя уйдет, скорее всего. Нет, меня никто не уходит. Да? Нет, можно я пойду? А что? Как туда проехать? А я не знаю, пока стоишь с нами. Ты же типа это, в империи. Да, я могу... В империи Мани. Вон, пожалуйста, Манина империя здесь, нет, по этой стороне. Ты, кстати, ты не хочешь здесь встать? Нет, у меня там отдельная палатка. А, ты типа крутой, значит, да? Видел люди стиль на фарах? Это синие фары? Да. Алло. Это типа нельзя. Но согласись, смотрится круто. Блять, это знаешь кто? Анатолий приезжал, такая была BMW M3 CSL, знаешь, такая есть? Угу. Она была ограниченная версия, вот эта тачка, блядь, это было просто, там на нее все дрочили, просто смотрели с такими шарами. Просто было что-то с чем-то. А на самом деле она ехала очень круто. Но она ездил там вот такой дядька взрослый. А потом он начал прыгать на B6 Alpina, вот эта, которая S, тоже быстрая тачка. Но всем нравилась вот эта машина. Я помню, я хотел у нее купить, но мне, блядь, тогда она уже считалась старой, блядь. Он за нее хотел 2,5 миллиона. Но у нее, на ней был пробег оригинальный 60 тысяч. Оригинальный пробег. Учитывая, что там машине было уже больше там что-то 10 лет. За 2,5 миллиона. Вот цвета остался. Кода нет. Есть краска замешана. Есть краска, да? Не, просто понимаете, какой замешан. Почему вначале так лампочки мигали? Это так задумано, да? Какие? Я не обратил внимания. Ну, они все прям так мерцали. Я не знаю. Может, так включаются? Блять, она классная стоит. Она реально классная. Спасибо. Я не люблю БМВ вообще, на самом деле. Ненавижу. Она пиздата. Блядь, М-ка нормальная. А что у тебя, слышь, Макс, а что у тебя мотор живой здесь? Сток новый. Новый ты чё, он же новый мотор заказывал. И коробка новая. Ну заказывал завод, а ты понимаешь, что ты понимал, стоит? Братан? Не, механика. Механику поставил. Когда и была механика-то. Новая механика здесь стоит, новый мотор? Да. Хуя себе, блядь, ты говоришь бабок? Здесь, да. Сразу видно, блядь, бабки есть, моя любимая рубрика. Что-то, походу, слышь? Походу, как видишь, нет. Походу, где-то, блядь, он прикурил, да? Походу? Он прикурил, походу, блядь, походу там эти... Кажется, посмотрите кажется... вот на вот этого вот человека в кожаной куртке такой, весь на стиле. Тихо, и на вот этого вот человека в розовой футболке, четырехлетний. И в штанах трехлетний. Кто прикуривает вот здесь? Знаешь, я подозреваю, что лавка гурмана банчит не только едой. Самое забавное, что туда никто до сих пор из вас так и не доехал. Блядь, старик! Слышь, подожди. Старик! У меня курьер туда ездит. Нет, я на него бабки трачу. Нет, для начала, подожди, объясни мне, что такое лавка гурмана. О-о-о! Все, надо уходить, блядь, отсюда. Этот человек даже не знает, что такое лавка гурмана. Короче, лавка гурмана, братан, это пиздец. Это магазин, в котором есть все, блядь. Там
Кока-Кола там, блядь, что, с этим магаз, слаймом, да? Там, знаешь, там, а с что это соком, а это где крови девственности. Королева 61. А, ты здесь в своем районе открыл, да? Да, он в своем районе. А, поэтому, старик, поэтому... Я говоришь... в своем районе, ты сейчас, да, в моем районе, братан. Да, старик, поэтому... Так что не знать лавку гурмана в моем районе, но это... Мы моим районом уже давно, братан. Я столько районов сменил, братан, блядь. Сейчас я в центральном районе. Так что, когда будешь на моем районе, ты звонишь, что у меня на районе. Чтобы спокойно там перемещаться, блядь. Братишка, ты проезжаешь через нашу зону, как бы, ну... Нашу, это Каучью. Это вот нашу, блядь. Нашу, блядь. Меня, Арменчика, Каренчика. Вот это как бы, ну вот, вот смотри, вот у тебя вот есть тут такая ситуация, которой можно сейчас спокойно просто вот, вот, все, теперь проезжай. Поделись только, пожалуйста. Все, вот так вот выглядит стенд. Завтра еще два флага будут стоять. Вот так вот разгрузились. Легли вообще по красоте. И, конечно, закат. И башня Газпрома. Крутая локация. Сейчас происходит просто максимально угарная ситуация. Время 1:13. Мне звонит Фел, говорит: чувак, у тебя тачка живет своей жизнью. Она там в фарме моргает. Мне пшикает. Потом мне скидывают видос в чатике. Это выглядит сейчас, вы это увидите. Это просто пиздец. Как назло. Оп. Полтергейст. MTI стайл. Давай сейчас. Оп! Поднялась, опустилась, порегулировалась сама. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Ну и в итоге, посовещавшись с Лехой, мы поняли, что мы сым, и мы сейчас едем обратно в парк 300-летия снимать клеммы от греха подальше, чтобы завтра не было никакого фейерверка, блядь, с утра. Или ночью, пока все спят. Так а что, давай я в руль стою. Да садись, поехали. Не, нормально, правда. Двигай седло. А вот, кстати, Леха рамки затащил. Не знаю, видно ли что-то. Ну, наверное, видно, там сцена и башня. А крадёмся, вот... короче. Да, мы пробрались. Пробрались в парк 300-летия. Без билетов. Без билетов, мимо охраны. И идем спасать нашу сошедшую с ума просто БМВ. Ну, видок красиво, конечно. Стадион, ЗСД, порт, там всякие эти стоят, круизеры, красота. Тачка спасена. Слушай, ни хрена рамка, ой, а почему задние-то они включаются? Чего? Так да. Включил фары? Да. Экзорцист приехал. Да. А он всех пугает. По дороге такие машины. Она радует, ты что, ее вывезли, бля, в какой-то веке. Не, я думаю... Бля, реально блок света. Мне кажется, из-за блока, да. У тебя с собой его нет? Не, он блок света. Новый блок света и вот такая вот... Не от этой машины, причем поход в блок. Да. Хотя заказывали под эту, но... А ну, нет, бля, из-за того, что ты приехал. Че, неончик, тема? НФС. Привет, 2000-е. Меня есть переливающиеся разноцветные, кстати. Что? Конечно, сейчас подожди, сейчас все цветов, все дела. Сейчас все будет. Лех, надо поднять, чтобы она повыше была. Нажми на центральную. Это просто елка. Это называется, мы приехали на ВК-фест. То есть ВК-фест днем, а подсветочек чисто для своих ночек. Представляешь, Макс, он идет на флажки расставляем и смотрим, как у тебя тачка сама оживает. Да я бы тоже охренел, если честно. Ну, что-то моргает, блядь, я тут с парковки думаю, блядь, кто тачку дрочит. Вот кому ближе, она еще пшик начала. Может, так узко? А нажми тут на тормоз, Лёх, да мы сейчас снимем. Не снимем, а клеммы скинем. А, наверное, сама тут, блядь, с этой, с блоком света. Лёха, нажми на тормоз. Бля, а что тут пневматика тогда? А
сапоги, и она просто вот, пошла вверх-вниз, вверх-вниз. Жопка виляет, да? Короче, мы просто вышли вот сюда на набережную, и я такой говорю, бля, я так по тачке соскучился. Если бы я был автоботом, я бы ее выебал просто до скрежета. Она, походу, это услышала. И начала тут жопкой вилять, блядь, пока меня нет. Что-то своими красными подселями. Травник красный покрасить. Разноцветными, бля. Сейчас, короче, полная гамма цветов. Да круто выглядит. Пока в деревне жил, только мечтал. Ну круто же смотрится. Мне красный нравится. Ну тебе просто нравится GTR Аркаша, признайся. Слушай, у меня до Аркаши были красные фары, блин. Не хватает еще стиль. Ну ладно. Я снял Аркаша, покрасил. Писалки синие. Вон там мигает, это просто горит. Все, поехали, меня жена ждет. Поехали. Ночное врывание на ВК-фест окончено.